объявляет конкурс на лучшее название для инновационного электромобиля для людей с ограниченными возможностями. Главный приз – 100 тысяч инвестиционных долей от генерального конструктора Анатолия Юницкого. Заполни форму участника конкурса на сайте unimobil.by. Название электромобиля впервые будет озвучено на специализированной выставке «Инва-Экспо» с 12 по 14 сентября на территории ВДНХ в Москве. Лучшее фото Экофеста 2018. Поделись своим фото с места проведения самого масштабного события этого лета. Экофеста 2018. Сделай красивый снимок экотехнопарка. Опубликуй его в социальных сетях с хэштегом Экофест 2018. Авторы лучших работ получат памятные призы от Skyway. We'll be right back.
Unimobil Skyway. Впервые в истории транспорта воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле коляски, имеет возможность управлять транспортным средством. На сегодняшний день в мире существует несколько решений для перевозки инвалидов, но все они в подавляющем преимуществе связаны с переоборудованием серийных автомобилей. Например, различного типа микроавтобусы оборудуются подъемными механизмами, и коляска инвалидная крепится внутри специальными натяжными ремнями. Другой вариант – это некие роботизированные системы, которые складывают коляску и погружают ее в багажный отсек автоматически, но при этом для пользователя остается необходимым самостоятельно переместиться из коляски в водительское кресло и обратно. Также существуют разработки микроавтомобилей класса L7, еще они называются квадрициклы. Но они имеют существенные ограничения по характеристикам. Это вес до 400 кг, мощность двигателя не более 15 кВт и максимальная скорость до 45 км в час. То есть каждое из таких решений имеет свой набор отрицательных качеств, которых мы постарались избежать, начиная проект Unimobil. Unimobil Skyway даст возможность инвалидам в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. При разработке технической концепции Unimobil основной задачей являлось обеспечение людей с ограниченными возможностями индивидуальной мобильностью с максимальной степенью самостоятельности. Unimobil спроектирован с учетом эргономических особенностей людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Водителю либо пассажиру не требуется покидать инвалидную коляску, которая одновременно является автомобильным сидением. Заднепетельные двери и механизм поворота сиденья обеспечивают более удобную посадку. Габаритная длина автомобиля позволяет парковаться перпендикулярно бордюру. Такая парковка обеспечивает посадку-высадку непосредственно на тротуар. Эта особенность также позволяет парковаться на стандартных парковочных местах, а не только на выделенных площадках. Использование камер заднего вида с LCD-дисплеями вместо обычных зеркал обеспечивает необходимый обзор и качество изображения. Максимальная скорость 100 км в час. Запас хода 120 км. Снаряженная масса около 1000 килограммов. Зарядка батареи от бытовой сети. Время полного заряда 10 часов. В качестве опции Unimobil может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом и запасом хода до 40 км.
Сейчас на опытном производстве заканчивается изготовление прототипа Юнимобиля, который будет представлен общественности на специализированной выставке «Инвоэкспо», которая пройдет на ВДНХ в Москве в период с 12 по 14 сентября 2018 года. Группа компании Skyway объявляет конкурс на лучшее название для инновационного электромобиля для людей с ограниченными возможностями. Главный приз – 100 тысяч инвестиционных долей от генерального конструктора Анатолия Юницкого. Заполни форму участника конкурса на сайте unimobil.by. Название электромобиля впервые будет озвучено на специализированной выставке «Инвоэкспо» с 12 по 14 сентября на территории ВДНХ в Москве. Дорогие друзья, на ваших экранах визуальное подтверждение той причины,
по которой генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий, создатель технологии Skyway, вынужден был сместить примерно на час свое выступление перед вами. Но напоминаю, оно состоится уже достаточно скоро, минут через 40-45. We'll be right back.
Дорогие друзья, хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что не надо расстраиваться, если, скажем так, у вас билет на 10, а вы еще не прокатались. Смело подходите, все, у кого есть билеты, всех успеем покатать. Тем более, что и в данный момент нет очереди на первой анкерной опоре. Итак, желающие прокататься, имеющие билеты, естественно, на Берельсовом юнибусе, еще пару заездов до речи Анатолия Эдуардовича можно успеть сделать. Ждем вас там, несмотря на то, что ваши билеты, возможно, уже и закончили свой срок действия. Давайте спросим у наших гостей, что значит для них наш легендарный ЗИЛ. Настя. А меня Артём зовут. Ты приехала покататься на юнибусе? Да. А знаешь, что у тебя за спиной находится? Вот эта машинка большая. Да. А что это такое, подскажи? Это машинка. А ты знаешь, что это самый первый вид струнного транспорта, который был протестирован? А хочешь на нем прокатиться? Да. А не получится, прости, пожалуйста. Получится только на новых. Мы только катаем на самых лучших, самых безопасных транспортных средствах. Да. Спасибо тебе за интервью. Да. We'll be right back.
Fest. У нас гости со всех уголков мира. Вот, посмотрите, сколько самых разных флагов. Очень приятно видеть в Беларуси такое количество людей. Давайте спросим у них, как у них дела и что они ожидают от Экофеста. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, давайте с вас начнем. Что вы ожидаете увидеть на сегодняшнем фестивале? Я на сегодняшнем фестивале ожидаю увидеть свою мечту в Skyway. Мечта — это всегда хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот я вижу, что вы приехали из Грузии. Расскажите, есть ли какие-то транспортные проблемы в Грузии и может ли их решить Skyway? У нас в Грузии очень большие транспортные проблемы, на курортных местах очень большие. Люди любят приезжать в Грузию, в Батуми любят очень приезжать. И всегда у нас стоит коллапс вот этого транспорта у нас. Ну, мы думаем, что мы продвинем этот проект очень серьезно, потому что наше правительство тоже очень заинтересовано этим. Вот есть у нас в гостях вот наша команда из Грузии, которая вот работает именно на частных проектах, именно с правительством, и именно для того, чтобы быстро в Грузии мы внедрили вот этот наш транспорт Skyway. Вот господин Давид. Сразу приветствую Skyway. Вот с Азербайджана, с Грузии. Давайте. Я уже второй раз на полигоне, так что сегодня уже с большой группой, 10 человек мы приехали. И очень заинтересованные люди, у нас и крупные инвестора на 100 тысяч, которые есть, и партнеры, которые уже год, что у нас в бизнесе, мы немножко позже узнали об этом бизнесе, но это такая ситуация и такая радость, что строим мы мир Skyway вместе. Что вот сейчас из Грузии, из Азербайджана приехали уже десятки людей. Так что приветствую всем, удачи и просветания и больших успехов нашей прекрасной компании. И строим Skyway, спасаем мир. Все, спасибо большое. Вот видите, у нас гости с самых разных стран очень серьезно занимаются проектом. Давайте всех вместе поблагодарим. Не в первый раз приезжают. Очень здорово. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что совсем немного времени осталось до кульминационного события нашего сегодняшнего праздника. Выступление генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Предлагаю подтягиваться постепенно к сцене, которая располагается в дальней части экотехнопарка. Не пропустите ни одного слова из этой речи. Обещаю, вы услышите много чего интересного, причем большинство из этого будет впервые. Итак, минут 20 до нашей кульминации. Время пошло. Приглашаю. Дорогие друзья, погода сегодня жаркая, поэтому заботьтесь о своем здоровье, пейте много воды. Ее заказано много. В районе фудкортов вы можете приобрести аж 700 литров воды. Хватит на всех!
Настал кульминационный момент Экофеста 2018 в экотехнопарке Skyway, и я...